но осталось третью школу найти. Доспехи волка у нас в Каэрморхене, так что их поносить даже не придется. Еще что? Ну, гравировка. Значит, вер... С удовольствием. С удовольствием. Будь здоров. Каэртроне. Проси меня завтра. Долгие поиски Цири привели Геральта к мысли, что ключом к разгадке тайны послужит Ума. Самый отвратительный человек на свете, над которым тяготело загадочное проклятие. Пошла. Давай, плотва.
сюда. Нехорошо. Здесь стоит осмотреться. Слышал?
Аргрету потрясут. Вся в крови изодрана. Какое-то чудище на нее напало. Ну да, люди говорят, волки ее подрали. Но мне больше всего Нелли назад. Жену его сначала погон лесная утащила. Теперь вот сестру. Никого у него в этом мире не осталось. Верно. Неудивительно, что парень ушел. Может, в других краях счастье найдет. Давай, плотва! Пошла.
Но! Здесь стоит осмотреться. Лучше здесь все взорвать.
Вперед, плотва!
Но. Глаза у тебя как у коня. Геральт! Мне...
панцирей-то нету. Бывай. Так тебя через пятак. Ну, значит, сделать вот эти доспехи, а эти пока отложить. Хамство. Всюду хамство. Глаза у тебя как у кота. А мышей тоже ловишь?
если на большак заскочить, заработок пристал. Погоди минуту. Вперед, плотва! Плотва, не так быстро! Геральт! Что у тебя... Бывай. Ну, грифона, значит, тоже потом. Я сейчас можно посмотреть, что там сделать можно. Геральт, рад... Титиновые панцири нужны. Бывай. Сука, ты понимаешь?
Твою ж мать. Идите вы все к черту! А если на большак заскочить? Заработок близко. Не минутку. Ты слышал когда-нибудь легенды о Белом Волке? Опять голова болит. Само твое присутствие оскорбляет вечный огонь. Здравствуй. Здравствуй, Гет. Сделай... Можно пока все скинуть. Будь здоров.
Красавчик! Веди себя прилично, ведьмак! Черные? Служу вечному огню! Привет. Позволь, я прощай.